С этого года Ямал реализует пилотный проект «Капитал молодого специалиста». Главная цель проекта – трудоустройство выпускников начального и среднего профессионального образования и повышение их конкурентоспособности на региональном рынке труда. О том, кто и когда может получить свой капитал, расскажет Дарья Самородова. 2012 год губернатором Ямала объявлен годом молодого специалиста. А молодежь сегодня предпочитает поступать в высшее учебное заведение. Однако востребованы на рынке труда рабочие специальности, которые можно получить в училищах или колледжах. Причем их выпускникам оказывается реальная помощь по трудоустройству. Для молодежи начальное профессиональное образование дает возможность получить востребованную профессию и гарантирует дальнейшим трудоустройство. В центре занятости сегодня реализуется ряд государственных услуг, которые содействуют в трудоустройстве выпускника. Одной из такой помощи является пилотный проект «Капитал молодого специалиста». Для участия в мероприятии им необходимо обратиться в центр занятости, зарегистрироваться в качестве безработных граждан и обратиться за заявлением об участии в данном мероприятии. В последующем специалисты центра занятости совместно с управлением образования, администрацией проводят заседание комиссии, на котором рассматривается данное заявление. И при положительном результате выпускнику выдается сертификат. В Лабытнангах действует одно учебное заведение, которое готовит квалифицированных специалистов рабочих профессий. Татьяна Столберова, студентка профессионального училища. В этом году девушка уже получит диплом, а Ямал – квалифицированного специалиста. Повар-кондитер – профессия, востребованная на рынке труда, а значит, проблем с трудоустройством не возникнет. Судя по рекламам, объявлениям, что чаще всего требуются повара, кондитеры на производство, на работу вахтовым методом, предприятия общественного питания. Та группа, которую вы сегодня здесь видите, это третий курс. Они заканчивают в этом году, ребята выходят с нашего училища и получают профессию повар-кондитер либо третьего, либо четвертого разряда. Каждый год из стен этого образовательного учреждения выпускается 150 специалистов разных профессий. Ребята уверены, что без работы они не останутся. Ну а если не повезет, то можно будет воспользоваться капиталом молодого специалиста. Александр Чумак по этой программе трудоустроился и работает сварщиком. Кстати, сегодня в его жизни произошло важное событие – первый трудовой день. Это был не единственный выход, куда я мог просто устроиться. Просто мне правда заинтересовала эта программа. Как бы и зарплатой тоже хорошо. Ну и как бы и дальше мне хотелось бы вот в своем этом деле по профессии пойти, набраться больше опыта и повысить свою квалификацию. В соответствии с сертификатом, выпускник, устроившись на работу на постоянной основе без испытательного срока, в течение 6 месяцев будет получать заработную плату немаленькую для молодого специалиста – около 30 тысяч рублей. Это стало возможным благодаря компенсации от Центра занятости населения, который приглашает выпускников начального профессионального образования воспользоваться этой программой. Дарья Самородова, Максим Мячин, Григорий Волков. Программа «Время местное».